Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Зарегистрировать брак теперь можно в усадьбе Васильчиковых. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, усадьба стала 31-й необычной площадкой для регистрации брака в Москве. Замэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в декабре в усадьбе Васильчиковых открылся музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества. В Тушинском отделе ЗАГС можно подать заявление на регистрацию брака в усадьбе. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!